Приветствую, друзья. Поток поздравлений идет. Я всем сердечно желаю здоровья, счастья, творческого долголетия. Поздравлений настолько много, что извините меня, что я не каждому могу персонально ответить. Поэтому сделал специальный ролик. Меня все поздравляют и поздравляют. Ну, естественно, 70 лет, конечно, будут поздравлять. Ну, это бывает, и вас поздравляют, и поэтому вам желаю дольше жить и быть творческими, долголетними, да. Вот, и меня поздравил сегодня Захаров от Лермонтовского комитета, что у меня сегодня орден там, орден Лермонтовского комитета. У меня была медаль такая вот, Лермонтовского комитета, медаль Лермана за восстановление мира согласия на Кавказе, а теперь вот орден. Это большая честь, да. И Абдулжалилова Гасан Гусейна очень благодарю, потому что он от консолидированной общественности Дагестана поздравил меня с вручением ордена «Золотой Орел». Это большое дело. Моя родная республика меня помнит, любит. «Золотой Орел» — это очень серьезно. От общественности Дагестана. Да, это вот очень... Я недавно вот обращался к руководству Дагестана, чтобы они рассмотрели вопрос, помогли мне сделать бесплатный вебинар, бесплатный ликбез для населения республики. Я обычно всегда так делал, я помогал там и детям, и взрослым, и военнослужащим, и подросткам, всегда помогал. И сейчас еще хотел бы помочь, вот сегодня уже в это наше сложное время, по интернету помочь. Но они рассматривают этот вопрос, и я надеюсь, успешно будет это решено. И вот я пока вот готовился сделать этот ролик, в дверь был звонок, и пришел посыльный, и еще один подарок. От Натальи Коротковой и Владислава Орлова нашего. Холст новый и краски. Ну так это вот видите, сколько подарков. Поэтому я от всей души, друзей своих, учеников своих, коллег-специалистов, моих пациентов, клиентов, как говорится, самых разных людей, кому я помогал, и которые мне постоянно вот продолжают посылать поздравления. Я вас сердечно обнимаю. Самое главное, мы вместе. Самое главное... Как говорит Хилтунин, который писал еще первые статьи про меня в «Комсомольской правде», это же «Комсомольская правда», 200 миллионов было, каждый почтовый ящик Хилтунин писал. И там еще он обычно любит говорить, значит, победим. Вот поэтому, что мы все вместе, да, я уверен, да, вот это же самое главное сейчас, быть человеком и быть вместе. Да, ну вот, ну поздравляю я вас, поздравляю всех, друзья, что мы вместе. До встречи.